Во всероссийском хореографическом конкурсе «Танцующая страна» коллектив «Контемп» детской школы искусств принимал участие первый раз. Юные танцоры и их преподаватель каждый раз становятся выбирать разные площадки для выступлений. Каждый конкурс для них – это возможность продемонстрировать свои навыки хореографам со всей страны и пообщаться с участниками из других городов. В этот раз саровчане танцевали на одной сцене с коллективами из Перми, Тольятти и Иваново. Жюри по достоинству оценило выступление «Контемпа». Конечно, они растут на глазах. Очень радостно, потому что каждый вот такой... каждое выступление вот, очень их, как сказать, закаляет, и они просто на самом деле виден их прогресс. Конкурс «Танцующая страна» стал для «Контемпа» первым выездным конкурсом этого года. На творческое состязание саровчанки привезли 3 дебютных номера. Каждый из них стал дипломантом первой степени. Также девочки получили именные дипломы. Мы ездили на конкурс и танцевали танец в современном направлении. Называется «На крыльях ветра». Мы долго над ним работали. С начала этого учебного года с нашим педагогом Татьяной Ивановной. И мы получили, ну, из этой поездки бесценный опыт, и у нас были очень красивые костюмы, и мне понравилось. Я участвовала в 2 танцах, народной и современных номинациях. Все они очень интересные, красивые и красочные. Костюмы у них тоже были очень красивые. Мне очень понравилась эта поездка, и я довольна этим результатом, так как она была моей первой поездкой. Там было очень хорошее, строгое жюри, которое достаточно хорошо оценивали. Также, чем лично мне понравился конкурс, тем, то, что там был для нас проведен мастер-класс по хореографическому танцу. Я узнала новые движения и выделила для себя то, что я знала, но как это правильно делается. В мае «Контемп» примет участие в отчетном концерте хореографических коллективов детской школы искусств. Екатерина Пенова, Константин Островский, Евгений Ващенко, служба новостей Саров 24.